Всем привет, с вами Сергей Чураков, и в этом видео я вам покажу, как настроить электронную почту для гарантированного получения писем от таких сайтов вороночек. Когда ваши потенциальные партнеры оставляют ваши данные, вы должны получить письмо на свою электронную почту, которая зашита на этом сайте. В теме данного письма я вам сейчас покажу, я сейчас зашел в редактор, то есть вот она форма. И в теме данного письма находится заголовок следующий. Сейчас открывается. Здесь email setup. Написано заявка на предварительную регистрацию. И я указываю конкретный адрес того человека, на которого оформлена данная страничка. То есть нам главное использовать вот это название «Заявка на предварительную регистрацию». Теперь дальше. Что получается? Получается следующее. Вот вы видите, папочка появилась, 2 infinii, то есть «Заявка на предварительную регистрацию». То есть вот эта тема, это заголовок письма. Дальше листая ниже. Вот еще была «Заявка на предварительную регистрацию». И так далее. С левой стороны у меня находится эта папочка. Я ее так и назвал. Ну, двоечку поставил, чтобы она повыше была, и назвал 2 infinii. Кликаем сюда. И, как вы видите, в теме письма идут как раз вот эти, вот это название. Заявка на предварительную регистрацию. Теперь, как это сделать? Чтобы у вас в папку спам не уходило ни одно письмо, и все собиралось в этой папочке. Значит, смотрите. Допустим, откроем вчерашнюю заявочку. Вот она. То есть вы получаете вот такое письмо. И видите то, что сообщение не было отправлено в спам из-за фильтра, который вы создали. Как сделать этот фильтр? С правой стороны нажимаем вот эту кнопочку и нажимаем «Фильтровать похожие письма». Кликаем сюда. Значит, здесь убираем название. Ну, вернее, сделаем не так даже. Сделаем не так. Вот она, заявка. Кликаем вот сюда. Здесь есть тема. Берем тему, выделяем. Так и написано, заявка на предварительную. То есть, как есть, так и есть. То есть, выделяем. Копируем. И с правой стороны нажимаем на стрелочку вниз. Фильтровать похожие письма. Кликаем сюда. Удаляем электронную почту от такого-то абонента. Кому не надо, тема. Вот здесь в тему вставляем как раз тему наших писем. Один в один. Здесь больше ничего не меняем. Здесь тоже ничего не меняем. Нажимаем «Создать фильтр с соответствующим запросом». Теперь дальше. Пропустить входящие я не рекомендую, потому что вы, когда открываете почту свою, в разделе входящих у вас хотя бы будет отображаться то, что у вас письмо есть, ну, поступило во входящий. Поэтому галочку здесь не ставим. Вам нужно поставить вот здесь галочку «Применить ярлык». И выбираем ярлык. Здесь у меня много разных ярлыков, поэтому у вас изначально не будет такого ярлыка. То есть нажимаем «Создать ярлык». Пишем, например, слово «infinii». И чтобы она у вас была повыше, например, ставьте единичку. И можно также данную папку разместить под другой ярлык какой-нибудь. Я этого делать не буду, чтобы было именно впереди. Нажимаем «Создать». То есть должно получиться вот так. Можете по-другому эту папку назвать. Дальше. Как вы видите, фильтр отфильтровал 12 писем. Нажимаем сразу галочку сюда и нажимаем «Создать фильтр». То есть фильтр создан. Теперь дальше. С левой стороны смотрим. Я назвал папочку 1 infinii. Кликаем сюда. И все фильтры, все письма, они будут отфильтрованы и попадут именно вот в эту папочку. 1 infinii. И вы уже не потеряете ни одну заявочку на предварительную регистрацию. Открываете, берете данные и вносите на сайт, регистрируете потенциального партнера, который сказал, да, я хочу здесь участвовать.
То есть вот таким образом это все делается. Если понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Всем пока-пока.